Участились случаи гибели людей на воде и в Акмолинской области. С начала летнего сезона в водоемах региона утонули 33 человека, и шестеро из них – это дети. Пик несчастных случаев пришелся на самые жаркие дни июля – 16 и 17 числа. За два дня спасатели извлекли из воды тела 14 человек. Большинство из них были жителями Целиноградского района, где до сих пор нет специализированной водно-спасательной станции. Их по всей этой области всего 4. И вот такая нехватка, по словам специалистов, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию. Оперативно-спасательным отрядом спасено более 30 человек. Это точно будет 36 человек. Основные причины гибели людей на водоемах – это несоблюдение элементарных правил безопасности на воде, оставление детей без присмотра и купание в нетрезвом состоянии.